растерянности. И, конечно, нужно делать точнее. Еще одни спортсмены, которых очень тепло принимает публика, это австрийцы Мириам Циглер и Северин Кифер. О географической близости Словакии и Австрии мы с вами уже упоминали. А вот мне интересно, пойдут ли они в короткой на тот элемент, нет, не собираются, которым они успели покорить сердца болельщиков в произвольной программе. Там они заходят и не безуспешно на параллельный тройной лутц. Здесь пока не собираются. Не подхватывает вот этот толчок. Сальхов легко. Ну, если у них лутц есть, сальхов должен быть легче. Ну, разные прыжки. Для кого-то толчковые легче, для кого-то реберные. А для них видно и те, и другие не молодцы, сильно. Молодцы. Вот какая, а? Мышцы на одну ножку. А так встретишь в коридоре, не подумаешь. Что, фигуристка? Или что может делать? Пупсик такой. Этот пупсик вскормлен на обильных лугах Австрии. Горным воздухом дышал. Очень хорошо сделанный серпантин. Замечательно просто. Шаги замечательно. Актерски здорово она делает. На моей памяти пар в Австрии не было отродясь. Сейчас очень хорошие, очень молодые хорошие спортсмены прибавляют очень и прибавляют. Да. Можно пригласить их с другой стороны, можно найти, поменять девочку. Дайте мне адрес Бьорк в Исландии. Так хотелось сказать на здорово протяжении всего этого проката. И музыка им очень подходит и отыгрывают хорошо. Ну и элементы исполняют очень-очень достойно. Очень хорошие элементы. Ну, лучше богат, еще не очень хороший элемент. Ну, это все равно, Австрия. Как бы он есть, да, он есть. Что они там поставили за лучший богат? Первый? Первый уровень, да, отминусовали. В общем, этот элемент у них слабее остальных. Хоть второй поставили, правда, и отминусовали? Нет. Ну, судьи же не знают, что ставят. Ставят техбригада, поэтому судьи минусуют. Думают, о, второй минус. Хоп, техбригада первый. А уже не переправишь. Не вместе. Какая она была интересна в одиночном катании. Ее достижения в одиночном катании. Двукратная чемпионка Австрии.
на секундочку. Вот мне очень любопытно. Заело ей в хвосте болтаться с чемпионатом Европы. Соревновалась-то, да. Такие попки тут на экранах крутятся. Виртуальная реальность у нас присутствует. Хорошо, что раньше так не показывали, когда у нас еще Советский Союз был закрытый. Показывали, конечно, все в колготках. Тоже народ как-то удивлялся. А тут хоп, колготки. Полный зал. Полный зал колготок. Мужчины ходили, да, смотреть. Ну, во-первых, с ними работает тоже. Очень известный тренер. Ну, Шуберт, очень известный тренер, действительно. Очень известный катальщик. Всегда... Был вторая пара в Германии. Он работает с ними. Это он профессор.